А судьи кто? За древностью лет к свободной жизни их вражда непримирима. Суждения черпают из забытых газет времен очаковских и покорения Крыма. Всегда готовые к журьбе, поют все песни одну и ту же, не замечая об себе, что старее, то хуже. Где, укажите нам, отечество отцы, которых мы должны принять за образцы, не эти ли грабительством богаты? Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве. Великолепные соорудя палаты, где разливаются в пирах и мотовстве, и где не воскресят клиенты-иностранцы прошедшего житья подлейшие черты. Да и кому в Москве не зажимали рты обеды, ужины и танцы? Не тот ли вы, кому меня еще спелен, для замыслов каких-то непонятных детей возили на поклон? Тот Нестор, негодяй знатных, толпою окруженный слуг, усердствуя, они в часы вина и драки, и честь, и жизнь его не раз спасали. Вдруг на них он выменил борзые три собаки. Или вон тот еще, который для затей на крепостной балет согнал на многих фурах от матерей, отцов, отторженных детей, сам погружен умом в зефирах и в амурах, заставил всю Москву дивиться их красе. Но должников не согласил к отсрочке. Амуры и зефиры все распроданы поодиночке. Вот те, которые дожили до седин, вот уважать кого должны мы на безлюдье. Вот наши строгие ценители и судьи. Теперь пускай из нас один, из молодых людей найдется враг исканий. Не требуя ни мест, ни повышения в чин, в науке он вперит ум алчущий познаний. Или в душе его сам Бог возбудит жар к искусствам творческим, высоким и прекрасным, а не тотчас разбой, пожар, и прослывет у них мечтателям опасным мундир. Один мундир. Он в прежнем их быту когда-то укрывал расшитые и красивые их слабодушие, рассудка, нищету, и нам за ними в путь счастливый. И в женах, дочерях, к мундиру та же страсть. Я сам к нему давно от нежности отрекся. Теперь уж в этом мне ребячество не впасть. Но кто б тогда за всеми не повлекся, когда из гвардии иные от двора сюда на время приезжали, кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали.